Доброе утро. Good morning. Действительно, милость Божья обновилась. Truly, the mercy of God has been renewed. Мы даже порой до конца не осознаем, we sometimes don't even realize all насколько Бог благ к нам. How good God is to us. Мы все воспринимаем, что это естественно, привычно. We take everything as if it's supposed to be like that. We're used to it. Как будто так и должно. As if it's supposed to be that way. Наступило утро. But morning came. Оно и должно наступить. And it should have came. Но на самом деле, but in reality, перед тем, как нам проснуться, before we woke up, Бог обновил милость God свою, renewed His mercy, чтобы мы сегодня имели жизнь, for us to have life today, чтобы мы делали правильные for us to решения, do the right decisions today, чтобы мы жили для for Него us to сегодня. Live for Him today. Этот день, this day, Он не просто сам по себе it появился, didn't just come by itself. Его Бог сотворил God created it для Своей славы. For His glory. Поэтому мы That's посвящаем we dedicate в это утро, this morning, когда мы собрались здесь, when we gathered here, этот день this day, нашему Господу. To our Lord. У нас сегодня хорошее время. Today we have a wonderful time. Вообще, это время на этом месте, just the time spent here время, in this place, которое вы проводите time здесь, that you spend here, когда вы имеете возможность общаться друг с другом, имеете возможность участвовать в соревнованиях. Но я уверяю вас, когда вы покинете этот кемп, мало кто из вас вспомнит, кто кого выиграл, у кого были лучшие результаты, но то, что происходит здесь But на служении, services, это оставит определенное влияние на вашу жизнь. Я в этом уверен. Вы будете вспоминать, как Дух Святой коснулся, you, как Он проговорил к вашему сердцу. Я просто знаю, кто-то из вас на этом кемпе camp, сделал решение decision, и уже не повернет назад, не пойдет в этот мир, world, будет следовать за Иисусом. Поэтому я так рад, so что вы приложили все усилия, чтобы быть в это время здесь. И Господь знает ваше сердце. И сегодня я хочу проповедовать. И мы будем потом молиться. Я буду читать место Священного Писания. Вообще-то я очень рад за слово, которое здесь проповедует вам. Вчера Дух Святой так удивительным образом направлял, чтобы мы могли понять, что есть кто-то в этом мире, кто вас любит больше всего, который думает о вас, и не на мгновение он не забывает о вас. Это Небесный Отец. Спасибо, пастор Влад, за это слово. Давайте мы откроем такое место. Вадим. Это 1 Коринфянам 6:15 и ниже. 1 Corinthians 6:15 and lower. Первая Коринфянам 6 глава с 15 стиха. 1 Corinthians 6:15. Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. 1 Corinthians 6:15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Certainly not. Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you are from God, and you are not your own? For you were bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
15 стих говорит о том, что мы являемся членами тела Христова. Verse 15 says that we are members of Christ or the body of Christ. Оно говорит о принадлежности нашей. It tells us of who we belong to. Мы принадлежим телу Иисуса Христа. We belong to the body of Jesus Christ. 17 стих говорит, что соединяющийся с Господом. That he who joins the Lord. Есть один дух с ним. Is one spirit with him. Как можно принадлежать Иисусу, how can we belong to Jesus, быть одним целым с Ним, be one whole with him, быть одним Духом be с Ним? One spirit with him. Вы знаете, ответ the в 20 стихе. Is in verse 20. Ибо вы куплены for you are bought дорогою ценой. At a high price. По этой причине, for this reason, по причине искупления, for the reason of your redemption, пролитой крови of the Агнца, shed blood of the Lamb, мы теперь we now получили право have received the right принадлежать to belong, не просто какой-то великой державе, kind of, power, не просто какой-то нации, not just to some kind of nation, но к великому народу, but to a mighty nation, который искуплен кровью Агнца, which is redeemed by the blood of the Lamb, который называется большой, с большой буквы, which is named with the capital letter, это дети Божьи, it is the children of God, которые принадлежат Божьему Царству. To God's kingdom. Это все благодаря and this is all thanks пролитой крови to the shed blood of Jesus. Мы не можем быть частью we тела, cannot be part of the body, если не была за нас пролита кровь if there Иисуса. Was no blood shed for us, мы, for не, Jesus. Мы даже не позволили бы we себе would not even allow ourselves приблизиться к Богу. To draw near to God, мы были бы убиты Его святостью, by His holiness, Его присутствием His святым. Presence. Но благодарение but крови Агнца Lamb, мы получили доступ к присутствию всемогущего Бога. Поэтому 20 стих that's говорит, 20 says, что вы куплены. Я хочу назвать эту тему. I'd like to call this sermon, вы не свои, you are not your own, ибо вы куплены дорогою ценой. By a high price. Вы не свои. You are not your own. Вы только вдумайтесь. You only think about it. Я не свой. I'm not my own. Наглядный пример. Here's an example. Валера, вот за эти... Кто платил? Val, who paid for these shoes? Ты платил или кто-то подарил them? Тебе? Ты he платил. You paid, okay. Вот представьте. Imagine. Ставим, Валера. Get up, Val. Ну, представьте, imagine. Он зашел в магазин. He came into a store. Он выбрал этот товар. He chose this он приобрел их. He purchased them. Заплатил за них. Pay the price. Как вы думаете? What do you think? Через время его находит хозяин time, магазина. The owner of the store finds и говорит, and says, ты взял у меня в магазине hey, эти тапочки. These shoes from my store. Верни их. Return them. На этого хозяина он бы посмотрел, he would look at the owner and что что-то с ним не того. Think that he's crazy. Это глупо требовать. It's a stupid thing to request. Ту вещь, за которую заплачено. That was paid for. Вы знаете, почему мы имеем you know, право why do we have the right здесь сегодня собираться? Here. Потому что заплачено. It's because we paid for this. Вы знаете, но если мы придем в Monday, you know, if we come on Monday и расположимся, and we settle down here, нас попросят. They're gonna ask us, почему? Why? Потому что мы заплатили только за это because время. We paid only for this time. Все, чем мы можем обладать, everything we can own, мы оплатили. We pay for мы имеем законное право. We have a law or a right to it. Оно нам принадлежит. It belongs to us. Мы можем это использовать. We can use it. Я могу эту вещь взять. I can take this thing. Я могу эти шузы взять. I can take these shoes. Я могу их одеть. I can put them on. Я могу их кому-то подарить. I can give them to somebody. Я могу их положить куда-то на видное I место. I can place them on somewhere where people will see я them. Я могу их закинуть под диван. I can just chuck them under the couch. Это моя вещь. This is my thing. Почему? Why? Я заплатил I paid за a price for it. Вы знаете, люди, you know, они очень остро реагируют. People react so ruggedly or sharply. Когда кто-то берет их вещь when somebody takes their things и начинает использовать. And starts using them. Представьте, imagine, вы купили машину, you purchased a car, которая вам нравится, which you really like. Вы ездите на you drive ней, it, вам приятно you like it. Подъехать на парковку you like церкви, to pull up to the church parking lot. Вам приятно приехать в магазин, you like to come to the stores, приехать к друзьям, come to your friend's house. Однажды вы выходите and из магазина, and once you come out of a store, и кто-то возле вашей машины, and somebody's by your car, вы спрашиваете, вы что say, тут делаете? Hey, what are you doing here? И он вам отвечает, and he этот says, человек, не мешай. Don't get in my way. Я хочу, мне понравилось. I like this car. Я хочу покататься на нем. I want to drive it. У вас будет реакция. You're gonna have a reaction, я right? Не думаю, что вы спокойно I don't скажете, think you're gonna say calmly, но если вам нравится, well, if катайтесь. You like it, of course. Я думаю, что вы проявите определенную соответствующую реакцию. You're gonna show a certain according reaction. Кто-то, может быть, даже 911 наберет. Some maybe even will dial 911. Почему? Why? Потому что это ваша машина. Because it's your car. Вы заплатили you за paid нее. For it. Вы имеете право. You have ownership of it.
Слово Божие the говорит, word of God says, что мы не свои. That we are not our own. Не свои. We are not our own. Я не свой. I am not my own. Скажи, я Say, не свой. I'm not my own. Если ты искуплен кровью Иисуса, Jesus, ты больше не свой. You are now, no longer your ты не принадлежишь own. Больше you don't to никому, you don't to кроме anybody, единственного, to the only кто купил тебя. One who purchased you. Мы куплены, написано, дорогою ценой. Bought by a high price. Это дорогая цена. And the high price кровь is Иисуса, the blood of Jesus, которая была пролита which was за нас. Shed for you. Я попрошу, чтобы могли принести вот эти вот принадлежности на этом столе. Или где у нас стол этот, же, right да? There. Да, вот сюда вот его. Я хочу наглядным образом просто показать определенные вещи, как это было. How it was. Я думаю, сюда, Дима, повыше, чтобы видно было. Евреям 9 глава, 21 стих. Hebrews 9:21. Там описывается о Моисее. It describes Moses. Я просто своими словами. Когда он when he брал кровь, took the blood, кровь козлов, the blood of the goats, кровь овец, the blood of the lambs, и он брал and he took it, и обмакивал туда and dipped into it. Исоп. A hyssop. Что это значит исоп? What is a hyssop? Это кисточка, a hyssop is a brush, которая была сделана из травы. Which was made out of grass or... Это была лечебная трава. Лекарственная трава. Medicine-like. Но этим исопом But with this hyssop, Бог позволил пользоваться священником. Allowed the priest to use. Вы знаете, я сегодня утром сделал этот исоп. Он тоже из травы. It's also out of grass. Написано, что and it says that все, что принадлежало Богу, все, что принадлежало Богу, God, оно должно было освящаться кровью. It had to be sanctified by blood. Поэтому к Евреям 9:21 написано, That's why in Hebrews 9:21 it says, что Моисей также окропил кровью и скинию, that Moses also sprinkled by the blood that Temple. И все сосуды богослужения. And all the vessels of the priestly все, что ordinance. Должно принадлежать Богу, everything that had to belong to God, должно быть освящено кровью. Had to be sanctified or мы не можем, purified by the blood. Мы не можем просто так принадлежать we Богу. Cannot just belong to God без крови. Without the blood. Кровь имеет огромное значение. The blood has a huge meaning. Кровь нас ставит в определенную the blood категорию places людей. Us in a certain category of people. Что происходило? What happened? Один и тот же мастер. One and the same master. Который делал все эти изделия, who did all, who made all these разные things, изделия, different things, которыми можно было пользоваться, which you could use. И вот их приносили в скинию, and they would bring them into the tabernacle. И была пролита кровь животных, and the blood of animals was poured. И эту кровь and the blood взял Моисей, Moses would take, и он взял исоп, and he would take the hyssop, и он обмакнул and это he все would в кровь, dip it into the blood. И он начал все окроплять. And he started sprinkling everything. Он окропил скинию. He sprinkled the tabernacle. Он окропил все, что принадлежало скинии. He sprinkled everything that belonged to. И он также начал кропить сосуды. And he started sprinkling the vessels. И священники, которые стояли рядом, and the priests that stood by, они пристально смотрели. They would watch. И они видели, and they saw, куда упала кровь. Where the drop, where the blood fell. Они особенно ставили. They would play, be placed separately. Они ставили эти сосуды, they would place these vessels, в отдельное место. Into a special place. И они уже больше не прикасались. And they would not touch them any longer. К остальным сосудам, the other, потому the что other vessels would not touch them. На этих сосудах, because on these vessels, была кровь. The blood fell. На остальных не было on крови. The other vessels, there was no blood. Их ставили также особо. They would also be placed их сразу separately. Же отделяли. And they would be separated. Все остальные сосуды, all the other vessels, их также могли использовать. They could be used. На кухне. You could use them in the kitchen. Их могли использовать на улице. You could use them outside. Их могли использовать в разных местах. You could use them in different places. Но эти сосуды, but these vessels, на которых кровь, where the blood fell, они были уже отделены. They were now separated. И их только мог использовать. And only сам Бог. God himself could use them. Не имел права никто. Nobody had the right больше использовать to use these vessels. Это не просто так. This isn't just, о, я вижу oh, один и тот же сосуд. The same vessel. Какая разница What's между the difference? Ними? Вы знаете, you know, разница была в том, there was a huge difference, что the difference вот на этом сосуде не было крови. This vessel did not have blood on it, и его могли использовать все. And anyone could use it.
Но вот на этом сосуде была кровь. И эта кровь говорила, что этот сосуд принадлежит Богу. Кровь это освящение. Is, something that sanctifies. Вот почему мы можем соединяться с Господом. This is why we can потому что with God. Бог свят. Because God is holy. И через кровь Иисуса and through the blood of Jesus, мы получили we эту receive святость. This holiness. Через пролитую кровь through the Иисуса. Shed blood of Jesus. Через кровь Иисуса through the blood of Jesus, мы получили прощение we receive грехов. Forgiveness of sin. Через кровь through the blood Иисуса of Jesus, мы получили we receive право the right на отделение. To be separated. Мы были как все. We were like everyone else. Вы знаете, что омыты кровью. You know that people who are washed by the blood, это люди не как все. They're not people like everyone else. Все могут себе позволить. Everyone can allow themselves то, что происходит в этом мире. To do what the world does. Люди как все. People who are just like everyone. Они оскверняются этим they, миром. They get, they become defiled by those things. Но люди омыты кровью but Иисуса. But people who are washed by the blood of Jesus. Они не как все. They're not like everyone else. Они больше не принадлежат. They do not belong. Не этому миру, not to this world, не греху, not to sin, не дьяволу, not to the devil. Единственному, кому the они принадлежат, only one who they belong to, это тот, кто заплатил цену, is he who paid the price, тот, который пролил he свою кровь, shed his blood, они принадлежат they Иисусу. Belong to Jesus. Они Божий народ, they are God's people, искуплены, sanctified, отделены, redeemed, separated, и принадлежат только Ему. And belonging only to him. Дорогая молодежь, dear youth, на вас особенное there's есть. A special, это особенное то, a specialness что on you, кровью that specialty Агнца is that by the blood Бог of the Lamb, отделил вас God separated you для себя. For himself. Он на этом основании, on this foundation, на основании пролитой on the крови, foundation of the shed blood, назвал вас святыми. He called you holy. По одной причине. For one reason, потому что Он свят. Because he's holy. Грязный не может соединиться с святым. A filthy cannot be connected to a holy person. Только святые могут only с ним the holy соединиться. Can unite with the holy. Поэтому соединяющийся с Господом he who unites with God это святой, is a holy person. А мы ты кровь. Washed by the blood. Мы не свои. We are not our own. Вы знаете, you know, это глупо думать, it is foolish to think что я могу сам принимать какие-то that решения. I can make any decision by myself. Да. Я могу их принимать. Yeah, I can make them. Но я только их должен принять. But I can only make them в сторону того, towards кто купил меня. He who purchased me. Вы знаете, это немножко как бы рисковато this is звучит. Kind of sounds risky. Сегодня в этом современном мире today in the modern world, люди думают, people think, еще Бог посягает на мою, and God на мою wants, свободу. Wants my freedom too? Я свободный человек. I'm a free man. Бог, когда будет удобно, God, when I feel comfortable, я буду служить тебе. That's when I'll serve you. Вы знаете, в этом you know, мире in this world, нету абсолютной свободы. There is no true freedom. Мы все равно кому-то рабы. We still are always slaves to somebody. Если мы if we свободны от Бога, are free from God, значит, мы будем не свободны that means от дьявола. We will not be free from the devil. Слово Божье говорит, the word of God says, что люди, живущие that people в этом who live in this world, мире, они живут по воле they live князя, according to the will который господствует of the в этом ruler мире. Who rules in this world. Имя этого князя дьявол, он угнетает людей. And he puts people down. Через грех он разрушает. Through sin he destroys он them. Держит людей в страхе. Люди рабы своих people похотей. Are slaves to their fleshly desires. Люди думают, что это people они захотели. That, oh, they wanted that. Мне хочется oh, этих I развлечений. Want to do these нет, kind of это воля князя. No, that's the will of the ruler. Чтобы ты жил. For you to live. Жизнью разрушения. In the life of destruction. Проклятие. Of curse. Чтобы смерть царствовала в тебе. For death to rule over you. Но вы знаете, you know, воля Бога the will of God абсолютно другая. Is totally opposite. Он говорит, he says, тебе не надо жить во you тьме, don't need to live in darkness, потому что моя кровь, because my blood, кровь моего the сына, blood of my son, она произвела разделение. It made a separating line. И ты теперь можешь and now you can находиться в моем царстве, be in my kingdom, царство моего in света. The kingdom of my light. Есть сила there в крови is a power Агнца. In the blood of the Lamb. Она разделяет. It separates. Вы знаете, когда косяки you know, When the doorposts в домах евреев, in the homes of Hebrews, в Египте, in Egypt, они были помазаны. When they were anointed, ангел-губитель не мог зайти туда. The destructive angel could not come in. Он прошел мимо. He walked by. Вы знаете, кровь the blood служила разделение separated them между смертью и жизнью. Between death and life. Если мы куплены if we кровью Агнца, bought by the blood of the Lamb, смерть не имеет силы над тобой. Has no power over you. Потому что кровь Иисуса because the blood of Jesus имеет защиту. Has protection. Мы защищены. We are protected. Мы покрыты. We are covered. Мы сегодня имеем today, сегодня we have 100% гарантию the 100% guarantee на жизнь for life потому что есть кровь because Иисуса. There's the blood of Jesus. Когда мы ею
покрыты. When we're covered by it, Бог не видит меня грешником. God doesn't see me as a sinner. Он не видит меня нечестивым. God doesn't see me as unrighteous. Он видит меня таким же, как Он видит Своего Сына Иисуса Христа. Вот по этой причине reason, Он называет меня Своим Сыном, son, Своей дочерью. Потому что кровь Because Иисуса the blood of Jesus позволяет мне allows me быть святым, to be holy, таким же, the same way, как Его Сын as his son, Иисус Христос. Jesus Christ. Поэтому Он может принять That's меня. We can, he can accept потому me. Что он, поэтому Он может иметь дело со That's мной. Why he can deal with me. Апостол Павел говорит, что мы есть храм, we are a temple, живущего в нас Святого Духа. Of the Holy Spirit who dwells in us. И дальше он говорит, и мы не свои. And we are not our own. Кто теперь может распоряжаться нами? Who can now rule over us? Это Дух Святой. It is the Holy Spirit. Мы являемся we Его храмом. Are his temple. Он живет внутри he нас. Lives inside of us. Он поселился по одной причине. He has come to dwell inside of us for one reason. Вы знаете, мы привыкли к этому слову. You know, we're used to this word. Святой Дух. Holy Spirit. Мы часто это произносим. We oftentimes say that. Но там, где Святой But there, Дух, where there's the Holy Spirit, там нету нечистоты. There is no impurity. Святой Дух не the Holy приходит Spirit does not come на грязное место. On a filthy place. Прежде чем Он придет, Before he comes, там будет пролита кровь the blood Иисуса, of Jesus will be shed there, которая очистит which это will место. Cleanse that place. Поэтому прежде, That's why before, чем мы стали храмом we Святого became Духа, temples of the Holy Spirit, была кровь the Иисуса blood of Jesus пролита за was нас, shed for us, за наши грехи for our sins, и наши беззакония. For our unrighteousness, и мы стали кристально and we became чисты crystal clear на основании этой пролитой крови on the basis of the shed Иисуса blood, Христа. Jesus Christ. И Дух Святой вселился. And the Holy Spirit came to и Он стал внутри and he нас became, he обитать, lives inside of us. Жить в нас. He inhabits inside of И поэтому and for this reason, мы теперь получили также огромную ответственность осознать, to realize, что я куплен. That I am purchased. Теперь мне не надо Now I don't need страдать от страха. To suffer from fear. Теперь мне не надо Now I don't need прогибаться под дьяволом. To bend over under the devil's, теперь мне devil's не надо weight. Now I don't need исполнять его волю. To fulfill his will. Мне не нужно I don't need it. Жить во грехе. I don't need to live in sin. Я другой человек. Я отделенный. И кровь Иисуса свидетельствует об этом отделении. И теперь Бог по-особенному считается с теми людьми, на которых Его кровь. Эти люди под защитой самого Бога. Бог стоит за ними. Бог стоит за ними. Вы знаете, это единственная категория на земле. This is the only category of people on this earth. Искупленных. Redeemed. Которые могут исполнить волю Божью. Who can fulfill the will of God. Которые могут совершить Who дело для Него. Who can fulfill the work for Him. Никто. Nobody. Не какие-то президенты. No presidents. Не какие-то, вы знаете, главы восьмерки, двадцатки. No, no, top eight or top 20. Не какое-то экономическое состояние no какой-то страны. No economical position of a country. Не какие-то там заговоры. No contracts. Никто не может. Nobody can. Единственный народ, the only people, который отмечен самим Богом, that are marked by God himself, не имеет значения it doesn't matter от его социального сословия, what his social position is, но омытые кровью, but they are washed by the blood. Это люди, These are people, которые способны who are able осуществить его to планы. Fulfill his plans. Мы не просто собрались сегодня We didn't здесь just gather today. Чтобы послушать очередную проповедь, я хочу, чтобы вы знали, есть некто, кто приобрел вас великую ценою, ценою собственной жизни, ценою собственной крови. Это Иисус Христос. Мы не свои. Мы даже не имеем права думать о себе, right что я свой. Я что хочу, я могу делать. Нет. No. Я принадлежу Богу. Тому, кто вывел меня из рабства греха, кто вырвал меня из оков дьявола, который вывел меня из территории тьмы, который ввел меня в свое царство, который назвал меня по имени, сказал, ты мой, ты мне принадлежишь, я люблю тебя, я хочу использовать тебя. Ты дорог мне, ты куплен. И последнее, что я хотел бы подчеркнуть, say, и мы будем молиться, pray, я знаю людей, которые в своей жизни сделали решение на основании того, что они искуплены. Эти люди, people, они повлияли на этот мир. Вы знаете, этот мир, you know this world? Он деградирует. It's degrading. Сегодня то, что мы слышим Today, происходит, what we hear, what's happening,
То, что сегодня свободно говорится what в прессе. People freely say in the press or the media. В телевидении. On television. Везде, в школе. All over, in schools. Куда бы вы ни пришли. Wherever you go. Сегодня негативные, грязные Today, вещи. The negative, simple things. Сегодня легализуются. They're legalized now. То, что 5 лет, what, 5 years ago, тем более 10 лет and назад, more so 10 years ago, стыдно было говорить it was even embarrassing to mention, среди близких людей, amongst people around you. Не поворачивался язык, your tongue would even говорить pronounce на those эти things. Темы. Сегодня But это now, стало легализовано. Сегодня узаконяются однополые браки. Homosexual marriages are legalized. Сегодня аборты набирают оборот. Now abortions оборот. Are becoming legal. Сегодня то, что презиралось людьми, now things that were looked down upon by people, стало это нормой. Became a norm. Мы живем в таком вот мире. We live in this kind of world. И этот мир, in он world, имеет тенденцию, it has a tendency, влиять, to influence. Но есть люди, but there are people, на которых он не влияет. Who it doesn't influence. Это искупленные. They are people who are redeemed. Это люди, they are people принадлежащие who Богу. Belong to God. Если человек не искуплен, if a person is not redeemed, если он не встал if под he защиту did not крови stand Иисуса, under the protection of the blood of Jesus, губитель убьет его. The destroyer will kill him. Но если он под кровью but Агнца, if he's under the blood of the Lamb, его ничто не коснется. Nothing will touch him. Слово Божие говорит, the word of God says, падут подле тебя тысячи, thousands will fall by you, и десятки тысяч, and tens of thousands, и они не коснутся but тебя. They will not touch you. Есть определенное There's Божье обетование promise of God для людей, for people, которые Его. Who are His. Мы не свои, we are not our own, но мы Его. But we are His. Мы принадлежим we Богу. Belong to God. Бог рассчитывает God на нас. Relies on us. И вот эти люди, and these people, которые Его, who are his, которые искуплены, who are purchased, которые не свои, who are not their own, они могут влиять на they этот мир. Can influence this world. Не мир на них, not the world on them, но они могут but влиять they can на этот influence мир. This world. Они могут they свет внести в тьму. Can bring the light into the они могут быть солью среди they разложения. Они могут быть светом they на вершине горы. The light on the top of the они mountain. Могут быть этим маяком, they указывающим путь this к спасению. That shows the path to salvation. Это люди, these are people, которые не свои, who are not their own, потому что они куплены because they're purchased дорогою ценой, by a high price, кровью Иисуса. By the blood of Jesus. Я приведу несколько примеров. I'll make a few examples. Я помню однажды пастор. I remember once a pastor. Он директор организации в Америке. He's a director of an organization in America. Это молодежь с миссией. It's a youth with a mission. И он делился. And he, у него был he друг. Shared. Его звали Майкл. He had a friend whose name was Michael. Майкл был много лет пастором. And Michael was a pastor for many years. В районе Сиэтла. In the Seattle area. Он был польским евреем. He was a Polish Jew. Во время войны During the war, его родители, они попали his сюда. Parents, they moved out to the States. Когда в 80-х годах When in the 80s, в Польше началась революция a revolution started in Poland, и открыли границы, and the borders were open, то польские евреи then Polish Jews стали эмигрировать в Америку. Started immigrating to America. И он почувствовал внутри and he felt inside of him, вот этот зов this call, поехать туда. To go there. На родину своих отцов, to the fatherland of his, чтобы проповедовать Евангелие. To go and preach the gospel. И он проповедовал там. And he preached there. И многие спасались. And many were saved. Его приглашали в разные церкви. He was invited to many different churches. Но его сердце горело. But his heart burned о людях, for the people, которые евреи. Who were Jewish. Он молился за he них. Prayed for them. Он ходил по польским селам. He went through the Polish villages. Села, по польским городам. The Polish cities. Он находил еврейские общины. He found Jewish, gatherings. Он говорил, я тоже польский said, еврей. Hey, I'm a Polish Jew но as well. Мне открылся Иисус. But Jesus was open to me. И было столько мало результатов. And so, there are so little results. Он всегда, где бы он ни находился, no matter where he went, он всегда на Mother's Day, he always, на День Матери, on the Mother's Day, он всегда прилетал в Америку. He always came to America, свою семью. To his family. У него было 4 дочери. He had 4 daughters. Они еще были несовершеннолетними. They were not yet 18 or... И однажды and once, на польской авиакомпании, on a Polish airline company, когда он очередной раз when he was once again, торопился на этот праздник rushing матери, to come home to, for Mother's свой Day, дом, to his home. Он купил подарки для he purchased жены. Gifts for his wife. Это было в 80-х годах. It was in the 80s.
то через 10 минут then in 10 minutes, самолет, на котором он взлетел, the airplane that he flew up on, он разбился. It crashed. И был вопрос. And there was a question. Как так? How? Почему? Why? Это человек, this person, который посвятил себя, who dedicated himself, который служил, who served, и Бог так вот оборвал его жизнь. And God ended his life in such a way. Через время, in a little bit, группа верующих, a group of Christians, которые обратились в Польшу, к польским пасторам, turned to the Polish pastors, где он проводил последние служения, where he did his last meetings. И они обратились и сказали, мы хотим иметь материал, о чем он проповедовал. Его жена, его дочери хотят это. И они предоставили эти записи. И один пастор сказал, что мы получили возможность прослушать последние 10 минут запись из самолета, из черного ящика. И они передали эту запись. И на этой записи командир самолета, он объявил, что наш самолет, он загорелся, загорелись двигателя. Мы стремительно падаем. Есть ли среди вас священник? Вы знаете, на этом самолете, кроме этого Майкла, было 180 человек. Это были все польские еврейские мигранты, Polish-Jewish immigrants who were flying to New York. И в этот момент, and during that moment, там был только один священник. There was only one priest. Это был Майкл. It was Michael. Четко его было слышно голос. You could hear him very clearly. Он встал и сказал, he got up and he said, дорогие люди, dear people, через несколько минут, in a few minutes, наша жизнь закончится, our life на этой will земле. End on this earth. Но я хочу вам сказать, but I want to tell you, что на земле она закончится, it will end on earth, а вообще она будет продолжаться. Сегодня ваш выбор. Вы можете жить. Live, и эту жизнь дает Иисус. И Он буквально в несколько минут всех призвал к покаянию. И на записи было слышно, как и весь самолет, plane, они повторили молитву грешника, принимая Иисуса. В этот момент он мог думать о своей жене, wife, о своих детях, но в этот момент он встал. Moment, himself, и за всю жизнь он не спас столько евреев, как Jews, последние 10 минут своей жизни, life, приведя весь самолет, plane, всех пассажиров в покаяние, чтобы все они встретили Иисуса. Это могут сделать только те люди, которые не свои, own, они принадлежат Богу. Они куплены. Вы знаете, you know, наша жизнь, life, она рано или поздно закончится. Кто там из вас будет каким-то, может быть, be, выдающимся человеком, чего-то достигнет? Это все нормально. Но где бы мы ни оказались, no up, на каких позициях no этой жизни, life, мы должны знать, know, если я принял Иисуса, Jesus, я куплен им, кровью Его я омыт, и я не принадлежу себе. Потому что кровь Его, blood, она коснулась меня, it touched me, и Бог отделил меня от прочих людей и назвал, что ты больше more, не этот мир. No ты не грешник. Ты мой. Сын и дочь. Ты называешься моим именем. Ты куплен. И я теперь now, даю 100% гарантию, 100% guarantee, что ты в моих руках. Тебя никто не украдет. Ни жизнь, ни смерть. No life, no death, ничто теперь. Nothing. Ни настоящее, not и ни present, будущее. Ничто не отлучит нас теперь от того, that, кто купил нас, от нашего Иисуса Христа. Давайте мы встанем сейчас. Up. Я знаю, на этом месте here, каждый из вас, you, он призван Богом God, по одной причине, reason, что вы искуплены. У каждого из вас you, есть все, has everything, чтобы состояться в этой жизни, to succeed in this life, как люди, as people, Его Царства, from His kingdom, как люди, as people,
которые не как все, who are not like everyone else, а как люди, but as people, которые принадлежат Богу. Who belong to God. Его Слово говорит, His word says, Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление кровью Его, in who we have the redemption of His blood, прощение грехов, the forgiveness of sins, по богатству благодати according Его. To the riches of His grace. Мы имеем во Христе, we have in Christ, прощение грехов, the forgiveness of sin, через Его кровь. Through His blood. Если бы не Его кровь, if it wasn't for His blood, то дьявол бы давно уже уничтожил then the нас. Devil would have destroyed us a long time Но эта кровь but this blood не позволяет губителю does not allow the destroyer коснуться тебя. To touch you. Кровь Иисуса the blood of Jesus имеет силу. Has the power. Бог, когда смотрит на нас God, when he looks at us, через кровь Своего through the Сына, blood of his son, Он больше не видит тебя грешником. He no longer sees you as sinner. Он не видит тебя потерянным. He no longer sees you as lost. Он видит тебя he sees you драгоценным. As precious. Я бы хотел, чтобы каждый из вас мог осознать, что если я искуплен, я больше не свой. И если я не свой, то я, значит, храм Святого Духа. И Дух Святой имеет право управлять мной. Искупленные получили право, чтобы быть отделенным от мира, но чтобы влиять на этот мир. Искупленные получили право принадлежать к телу Иисуса Христа. Искупленные имеют право соединяться с Господом. Искупленные имеют право исполнить волю Отца и прославить Его святое имя. Только искупленные. Если ты искуплен, ты имеешь все эти права, чтобы состояться, чтобы жить для Бога, чтобы совершить Его дело и прославить Его имя на этой земле. Аллилуйя. Давайте мы прострем руки.